Добро пожаловать! С вами, как всегда, и все по-прежнему доценты. Мы продолжаем проходить спецмиссии. Тусклое стекло на дне бутылки. Часть первая мы узрим, и вторая миссия... Перезвон. Боссом у нас здесь будет Jetfire. И пока что у нас там Оптимус просыпается, пытаясь осознать, что уже конец мира настал. А он только-только с будунища. Мы продолжаем свой путь, не пойми зачем, непонятно куда. Ну, к финалу однозначно. Так. Я полагаю, наш шоквейв отличается от вашего искаженного шоквейва. Шоквейв, которого я знаю, стал посланником на Земле, и он готов на все, чтобы защитить невиновных. Невероятно. Мне интересно, а в нашем шоквейве нет ли таких же черт, пусть и очень глубоко? Ладно, если не считать эти сновидения, каковы наши дальнейшие шаги? Мы следили за вашим измерением с того момента, как обнаружили его. Из соображений безопасности, само собой. У вас все почти под контролем, но боюсь, у этого мира мало времени. Разрушение приближается. Время идет очень странным образом, и все же оно скоро закончится. И что это мы тут замышляем? Уилджек предупреждал об этом. Предупреждал. Jetfire, вернись на базу, пусть тебя Рэтчет осмотрит. Что-то не так. Jetfire просто появился, вообще как рояль в кустах. Ну да ладно. Идем дальше. Так, Гальватрон, ну, шо у вас тут все? А, у вас дебафы у всех продлены будут, ну, понятно. Ладно, с этим, я думаю, мы разберемся однозначно. Но самое главное, никогда не знаешь, чего ждать в битве с боссом. Интересно, кто же здесь у нас будет самым-самым последним боссом в этой истории? Дай, как так? Да, чё-то как-то... Чё-то как-то не очень. Совсем не очень. Надо как-то почище работать. Но мы так далеко не уйдем. Или не уедем, если быть точнее. Так, и давай. Фу, в смысле? Чё за фигня? Почему у него управление отрубилось? Ё-моё, оно включилось теперь. Вообще жесть. Я охренею просто. То, что Гримлок на старте не плюнул, это сразу наводит на мысли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Несчастье-то какое, а? В смысле? Что за херня творится? Во, вот так вот мы. Уворачивай. Не, вы видали это опять второй раз? Чё за бред? Обалдеть, нет, вы видали? Я увернулся в бок. Делаю атаку, он мне два раза подряд не сделал. Просто этот... Я вообще балдею. Жесть какая, а, творится. Так. Ладно.
ситуация как-то начинает немножечко накаляться. Вот это, конечно, вообще какие-то странные вещи происходят. Очень странные, мягко говоря. Вообще обалдеть. То управление отрубается, то это... у вороты. Ну, у ворота с ними-то все понятно. Но раньше, если у ворота не работали, то теперь они еще как будто занерфили их. Странные вещи. Очень странные вещи творятся. Действительно, миру постепенно приходит конец. Ну тут все ясно, идем лохматого лупить. Но чувствую, сейчас мы тут, скажем так, потеряем пару седых волос. Лохматый всегда был проблемный. Ёптай, да ж когда же я... Я балдею от всего этого происходящего. Только так. Ну дела. Да, вот тебе и апокалипсис. Тихо. Ну ё-моё, чё ж ты не ушёл опять? Это что сейчас было такое? Ой-ой-ой. Все, задница. Ой-о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 й
Слушайте, он что, волной, что ли? Я вообще балдею. Ох, блин. Да. Ну вот, да. Так, Шарктикон, ну с тобой-то все понятно. Ох, да, вот тебе и вселенная закаленная в бою. Я думаю, как бы игра началась абсурдно, как она шла абсурдно, так она абсурдно и закончится, да? Ну ёптать, ну как так он попасть-то умудрился? Да. Ну ладно, посмотрим, что из себя Jetfire представляет. Jetfire, все как я и говорил, злые двойники, хитрые клоны, отключи их. Стой, не двигайся, самоучка, если кто-то злой тут и есть, то это кто-то предо мной. Jetfire, все будет хорошо, это не Уилджек, но я Оптимус.
Я твой друг. Что-то странное какое-то построение, ну да ладно. Прайма, Мегатрон, я не понимаю, не могу. О, это тот странный злобный Уэлджик, он использует нанохакинг, чтобы переключить Джетфайра. Хорошее наблюдение, мой друг, Оптимус. Нам нужно немного времени, чтобы провести диагностику Джетфайра и устранить все баги. Ты заплатишь за это, Уэлджик. Заплатишь? О, моя технология к твоим услугам. Скачайте вирус, поделитесь им, освободитесь от ноши свободной воли. Командир, кажется, мне придется разобраться с Джетфайром, чтобы освободить его от хватки злого Уилджика. Но Оптимус будет разбираться, то есть не командир, а Оптимус. Так, сейчас посмотрим, с чем мы будем разбираться. В блок не бить, понятно. Так. В принципе, так себе. Должны затащить. Ну, как говорится, гладко было на бумаге. Но и тем не менее. Что-то я не понял, что тяжелая атака не прошла? Еще и отражение. Ну, аллилуйя. Не прошло и цикла, как говорится. Ну ёпты, чё ты не ушёл? Ох, да. И вот с такими этими умудряться как-то в легендах Кибертрона, когда тут такие увороты, да я вас умоляю. Миссия выполнена, перезвон, охеренный перезвон. Слышим звон, не знаю где он, да? Вот как-то вот так вот. Ну, посмотрим, что у нас будет в третьей миссии. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые интересные прохождения по вселенной трансформеров и ссылка на второй стрим-канал снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.